Японский бегун Хидэкити Миядзаки отметил свой 105-й день рождения и уже через сутки стал рекордсменом. Эту 100-метровку он преодолел за 42,22 секунды, показав наилучший результат в возрастной категории свыше 105 лет. Получив цветы и сертификат книги Гиннесса, пожилой спортсмен изобразил знаменитую молнию шестикратного олимпийского чемпиона Усейна Болта, который также специализируется на спринтерских забегах. И все же Миядзаки остался недоволен собой и рассчитывал пробежать дистанцию быстрее. Я хотел бы сбавить время еще немного и пробежать за 36 секунд, как на тренировке. В 103-летнем возрасте Миядзаки преодолел 100 метров за 34,10 секунды. Свой личный рекорд пока побить не смог, однако намерен продолжать тренироваться. Говорит, здоровье позволяет. Все доктора удивляются моему хорошему здоровью. Хидэкити Миядзаки говорит, что хотел бы еще помериться силами с олимпийцем Усейном Болтом. Разница в возрасте в 76 лет его не пугает. А интерес к чемпиону понятен. Именно в честь него японского бегуна прозвали «Золотой Болт». Средний возраст жителей Японии продолжает повышаться. Согласно статистике, в стране проживает более 10 миллионов человек, которым уже за 80. Причем 65 тысяч из них уже отмечали 100-й день рождения.